Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я к вам с обзором каталога номер 8 от компании Oriflame. В этом каталоге, как обычно, представлено много интересных новинок, акции, специальные предложения, и мы сейчас вместе полистаем каталог, и я вам покажу ту продукцию, которой я сама пользуюсь. Мы ее потестируем, и я расскажу, что мне нравится, а что не нравится, и обязательно расскажу какие-нибудь фишечки для того, чтобы вы могли эффективнее работать с клиентами как офлайн, так и онлайн. Ну что, приступаем к просмотру каталога, а то он такой толстенький, нужно все успеть. Начинается лето, и с первого дня лета стартует новый каталог с 1 июня по 20. Три недели. Итак, ой, как мне нравится обложка, как начинается каталог, такая семейная, красивая семья, супер просто. Вот я всем желаю такого счастья и любви, чтобы у вас всегда так и было. Итак, давайте посмотрим, что в каталоге классного. Всегда обращаю внимание на предложение каталога, когда мы можем заказать каталог и несколько пробников за 69 рублей. В этот раз у нас будет новинка туалетной воды Glacier. Кстати, все расстраивались, что Glacier у нас сняли из коллекции. Пожалуйста, вот он будет в новом виде, и, наверное, немножечко изменится его аромат. Пробник ночного крема, обновляющего ночного крема-бальзама для совершенства кожи True Perfection серия Novage, и пробник, матирующий тональную основу On Color в оттенке фарфоровый. Кстати, вот очень удивила серия On Color именно вот в ее новом дизайне, в новом составе. Мне нравится продукт, особенно помады просто потрясающие, и я брала также уходовые средства тонирующие для дочери, она тоже сказала, что ей очень не нравится. Нас ждет новинка, но об этом чуть позже. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Серия Essentials, она нам уже привычная, то есть мы ее видели раньше в предыдущих каталогах. У нас появляется только новый продукт — щеточка, которая помогает глубже очистить кожу для лица, подходит для труднодоступных мест, то есть, например, где носик там у нас, да, вот бывает тут, где складочка носа. Из чего она сделана? Давайте посмотрим. Материал — пластик и нейлон, то есть пластиковая основа, а здесь у нас нейлон. Ну, посмотрим, что это будет. Тут у нас тоже скидки. Дальше листаем. Крема для лица и тела. Вот у меня очень популярный продукт, именно вот этот большой крем 150 миллилитров. Женщины берут его с удовольствием и хвалят, говорят, что он просто чудесный крем, и под макияж хороший. Все обожают вот эту маску, супер просто. Чудесный бальзам, он приятный, очень классный, но у меня почему-то возникло ощущение, может быть, совпало со временем года, то что у меня стали шелушиться губы. Я его отдала дочери, она пользуется уже месяца два, спросила, как результат, она говорит: мам, чудо, я не знаю, что ты его отдала. Ну, может быть, так совпало, что вот иногда бывает обновление кожи. Ну вот, ладно, бывает так бывает. Кстати, у нас вышла новая серия, тоже Essentials, в розовом дизайне, белый с розовым. Эта серия осветляющая, то есть если у вас пигментация, веснушки, вы хотите сделать лицо более ровным, то обратите внимание на эту серию. Она и доступная по финансам, то есть вот у нас на каждой страничке вот тут крем, тут скраб, может быть, дальше еще что-то, нет. Обратите внимание на эту серию. Далее у нас для того, чтобы вкусно купаться, гели для душа. Я вам покажу гель, который мы полюбили всей семьей. Ананас и маракуйя нас просто покорил. Смотрите, во-первых, гель, ну, он красивый, он симпатичный, такой приятный флакончик. Я их называю йогуртовые флаконы, такие прям супер. Что мне нравится, смотрите, он очень концентрированный, густой, 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 его надо мало на мочалочку вспениться. Какая красивая мочалка, я, кстати, ее даже не заметила, ярко-желтый цвет как раз этого геля. Аромат бесподобный, он охлаждающий, но я яркого охлаждающего эффекта не вижу.
Я всегда с вами честна, и если вот у нас была как-то серия охлаждающая, но там был лосьон, в общем-то, я его наносила на тело, и я прям чувствовала холод, то есть уснуть было невозможно. Был крем для ног, а он и сейчас, кстати, бывают вот в серии. Наносишь на ноги, ложишься спать, ноги согреваются под одеялкой, и начинает им холодно становиться, все, я не могу. Я прям была удивлена, но пришлось смывать этот крем, потому что я, ну, мне было холодно, я согреться не могла. Так вот, про этот гель я скажу, я не чувствую такого, что у меня прям тело замерзло, но возможно это потому, что еще не наступила жара, понимаете, да? Ну, все мне в нем нравится, поэтому такой гель можно с удовольствием повторять раз за разом. Так, дальше. Тальки для тела. Кстати, у меня есть тальк, по-моему, вот такой, но я его не... А, сандалом у меня сандал, но я его не нашла. Мы недавно переехали, и я еще не могу до конца вот сориентироваться, где у меня что лежит, и порой приходится что-то долго искать. Что я скажу про тальк? Это вещь, вот такой продукт, вернее, который необходим, особенно в жару. Я когда пользуюсь, из душа выхожу, я не вытираю насухо кожу, я ее просто промакиваю полотенцем и беру тальк, просто вот насыпаю на руку и прям вот на кожу вот так наношу. И вот с влагой он впитывается, белый цвет пропадает абсолютно, то есть его не видно становится, и остается гладкость на коже, и очень долго она сухая. То есть когда жара начнется, вот вы поверьте мне, вы скажете: супер, какая классная вещь. А еще здорово, кто вот натирает между ножками, бывает, если есть лишний вес, ноги трутся, а кто-то под грудью как раз наносит тальк, чтобы было комфортно. Ну здорово, я этот продукт каждый год, вот когда у меня заканчивается, я всегда беру новый. Мыло. Вот все мыла у меня разобрали. Покажу вам форму этого мыла. То есть это 75-граммовый кусочек. Будет в форме вот такой капли. Открывать не хочу, потому что у меня уже так много кусочков мыла открытых. Потому что каждый обзор открываю, открываю, открываю. Мы даже не успеваем их использовать. Потому что я все-таки очень люблю жидкое мыло. Вот так вот, эта капля... Он очень, кусочек этот приятный для рук, форма приятно держать в руках, он не выскальзывает, долгоиграющий кусочек, очень хорошо, что можно с ним как бы не переживать, что он быстро закончится, не раскисает так сильно вот в мыльничке, если даже вода попадет. Обожаю этот, все ароматы очень такие насыщенные. И я вот сейчас положила вот такой кусочек мыла, у нас лежит в ванной, моим руки моем, в ванную заходишь, как будто ароматизатор, настолько сильный аромат. Смотрите, какая акция: при покупке трех цена каждого становится 59 рублей. Это лучшая цена за последние, мне кажется, вот в течение года я такой цены на это мыло, ну, не помню, чтобы ниже была. Это очень хорошая цена, поэтому можно смело затариваться мылом. Мыла много не бывает. Следующая серия солнцезащитная. Вот именно этот вариант в новом дизайне я не брала. Дело в том, что в прошлом году закупилось много солнцезащитных средств, планировали путешествие, но не сложилось ездить никуда. Средства остались, и я в этом году уже начала загорать. Немножечко даже было уже у нас тепло, я 3 дня загорала по чуть-чуть. Поэтому у меня все есть. Я могу сказать, что средства Oriflame очень качественные. Вот в плане защиты можете не переживать. Если вы нанесли на себя, на ребенка, вы не сгорите, даже если будете на солнце дольше положенного времени. Вот поэтому рекомендую не выходить на солнце без защиты. Это очень вредно. Конечно, я думаю, что это уже для вас не секрет и не открытие. Зубные пасты. Мои как раз любимые: защитная и травяной комплекс. Вот травяной комплекс особенно люблю. Супер пасты, одобрены шведскими стоматологами и одобрены мной лично. Просто они очень классные. Хорошая, классная паста, десны не кровоточат, кариеса мало, редко бывает. Ну, понятно, что он все равно бывает, но не так сильно, как раньше. Так, и, кстати, детская тоже паста, наконец-то она со скидкой, давно ее не было, а 2 лет уже можно использовать. По поводу ароматов буду мало говорить, потому что ароматы нужно нюхать, даже не просто нюхать, а
взять пробник, нанести на себя и ходить несколько дней, пользоваться этим пробником, пока не закончится. И тогда вы прочувствуете до конца аромат и поймете, подходит он вам или нет, или стоит поискать что-то другое. Ребята, комплекс омега-3 со скидкой. Вот это очень хорошая новость. Еще были детские витамины со скидкой, вообще было прекрасно. Кстати, вот редко бывают у нас скидки на wellness, но когда скидки есть, я всегда этим пользуюсь. Вот омега, она прекрасная омега. Я даже не знаю, мы ее пьем каждый день уже на протяжении многих лет. Ну и результаты вы сами видите. Часто вы мне пишете комплименты: Лиля, ты так классно выглядишь, так молода, такая свеженькая. А потому что я постоянно пью витамины. Ребят, это красота изнутри. Это крепкий иммунитет, это хорошее здоровье, это хорошие обменные процессы в организме, да, мозги работают. Ну это вот все, это необходимость. Слушайте, ну вот это вот просто бомба. У меня такой прикол был. Я когда в Oriflame пришла, я еще не знала продукцию. И помню, увидела этот крем, что он такой дешевый, такой большой. Вот такой картинки не было, то есть там не было видно, что он такой маленький. И вот на эту цифру я тоже не смотрела. И когда я получила посылку, я ищу крем, подхожу, говорю: а мне что-то крем не прислали к менеджерам. Тогда заказы в офисе получали, проверяли сразу. Они говорят: так вот же он. Я говорю: вот это он? Вот это пипирка, это он? Ребят, вот он такой маленький придет, такой малыш хорошенький. Но это волшебник. Берете прям чуть-чуть, да, мою так вот лопаточкой, можно я прям пальчиком беру. И вот на кутикулу можно нанести, на локти, на губы, пяточки, колени, болячки, даже на глаза. Вот, ну, кожа вокруг глаз, не в глаза, конечно. То есть везде-везде все, что нужно смягчить, увлажнить, напитать, это вот средство с прополисом, специальное, смягчающее. И это первый продукт, который выпустила компания Oriflame. Представляете, вот как его выпустили, он в таком же дизайне и сохранился. Это просто супер. Поэтому берите, пользуйтесь. Класс. Нас ждет новинка. Парфюмированный гель для душа. Парфюмированный лосьон так, сейчас правильно прочитаем. Где перевод-то? Транскрипция. Алло. Ну ладно. Friends Word for Her Tropical. Окей. Что-то с тропическим связано. Давайте искать. Гуава. Аромат гуава. Это тропический фрукт, который я просто обожаю. Нужно будет потереть страничку и вкусить аромат. Мне он понравился однозначно, потому что я люблю экзотические фрукты. Но буду ли я его брать или нет, я не знаю. Но то, что предыдущий Friends Word, балдежный аромат, я его обожаю на 100%, он очень крутой. Я думаю, что этот будет даже, может быть, интереснее. Так, про новинку, несколько слов. Знаете, что интересно, когда пробник себе заказала, Infinite, он мне не понравился. Не от слова вообще, а мне понравилась первая нота. Сразу я вдохнула, говорю: боже, какая прелесть. А потом вот из пробника он раскрылся как-то некрасиво, какая-то нотка меня прям отпугнула. Мне показалось, что он похож на мисс Джордани, желтенькую мисс Джордани. А вот именно в нем есть тоже такая нотка, которая меня отталкивает. Слушайте, ну вот что интересно, я получила этот аромат как официальный обозреватель, мне его прислали вот так вот на тестирование в подарок. Во-первых, смотрите, красиво все сделано, смягчашкой все измазала, все красиво по дизайну, и он раскрылся абсолютно не так, как из пробника. Это меня так удивило. Что про аромат могу сказать? Он очень нежный, он насыщенный. Нежный и насыщенный в то же время. То есть в нем нет такого вот тяжести какой-то, да, ну, по крайней мере, для меня. Вы же понимаете, что мы все разные, по-разному воспринимаем ароматы. Мы даже можем, когда вот меняется, да, температура, мы можем тоже слышать аромат по-разному. Так вот, он очень активный по стойкости, то есть он стойкий, и его не надо наносить много. 1-2 пшика, и вы сразите всех на повал. Поэтому если вы будете этот аромат брать, то имейте в виду, чтобы не переборщить с ним. Ну, тут все просто, обычно,
крышечка такая с пупырками. Классненький аромат, кстати, я так рада, что его вот прислали, и потому что я бы его не заказала, из пробника он мне не зашел абсолютно, я сразу решила, нет, я не буду брать. А так как мне его прислали, я смогла его ощутить, красоту из оригинала, вот это совсем другое дело. Ну, по составу вы все прочитаете, то что состав у него, конечно, интересный, здорово все подобрали. Цветочно-фруктовый, древесный. Ну, понятно, что это все классно. Кстати, по поводу ароматов очень много споров идет. Кто-то говорит, там эти ароматы для зимы, эти для лета, эти на весну и так далее. На самом деле вы сами себе выбираете вот эти вот моменты, когда вы хотите использовать аромат. Потому что это вот как зов, да, вот души, я не знаю, какие-то ароматы хочется сейчас, какие-то нет. И вот есть аромат Giordani Gold Essence, например, ну, как бы считает, что он вечерний, такой тяжелый. Для меня же это аромат праздник и воздух, да, то есть я им дышу, я им наслаждаюсь, он дает мне кучу энергии. Так, что у нас здесь? Люсия по очень выгодной цене. Очень хорошая цена. Экла Фэми Викенд, потрясающий шлейфный аромат. Giordani Gold Essence Sensuale, нежный, приятный аромат. Он абсолютно не похож на Giordani Gold Essence, который здесь выше. И у него интересная передача аромата. То есть мы его не пшикаем, мы через эти капельки вот так вот переносим на кожу. Закрутили, опять пипетка набирается, то есть через трубочку набирается пипетка, она опять полная, то есть каждый раз вы будете открывать, и у вас будет полный аромат. Здесь 30 миллилитров, обратите внимание, это радует, то что не, если аромат, ну, не один у вас, а их много, они кажутся бесконечные, то здесь есть вероятность, что он побыстрее закончится. Очень приятный аромат. А это один из моих любимых, Poses The Secrets. Secret, наверное, правильно, да? Да, просто Secret, Poses The Secret. Вот этот аромат офигенный просто. Он такой, знаете, мощный просто. Он заметный, яркий. Про него не скажешь, что ой, это такая нежненькая водичка. Нет, это аромат такой прям вау! Очень крутой. И с этим ароматом не останетесь в стороне невидимкой, да, вас обязательно заметят, запомнят. Есть такие ароматы яркие, которые ни с каким не спутаешь. Вот, он очень интересный. Прям рекомендую. Пробник возьмите, сами подегустируйте и поймете, что это за аромат. Рекомендую брать пробники, носить, наслаждаться. Кстати, очень удобно маленькие парфюмы. Потому что, во-первых, взять разных, менять их, вот все классные. Вот мой единственный, мне не подходит, это Miss Giordani, вот этот аромат со странной какой-то ноткой, я даже не могу понять, что это за нота, к сожалению. Знала бы, да, чтобы сразу вычислять, какой аромат не подойдет. Взяли маленький, быстренько одним, другим попользовались, чтобы не надоедал. Очень удобно. Шикарные дезодоранты. Я беру себе или вот какой-нибудь парфюмированный, ну, стараюсь брать к аромату, которым чаще пользуюсь. Какой-нибудь дневной аромат, с которым чаще хожу, вот я его и выбираю. Так, далее. А, ребят, обращаю ваше внимание, аромат Luminescence уходит. Видите часики? Это, конечно, очень печально, потому что он стал одним из моих любимых ароматов. Мне очень грустно то, что его убирают. Я не знаю, почему. Может быть, он не стал популярным. Но вот имейте в виду, если вы его тоже полюбили, заказывайте. Кстати, крутой этот Poses Man, очень интересный аромат. Так, к новинке мужскому также идет у нас подарок, шампунь для волос, а к женскому Infinita идет помада. То есть, если вы берете аромат, вам автоматически в заказ вкладывается подарок. Интересные ароматы Men's Collection. Кстати, имейте в виду то, что эти ароматы очень стойкие, неожиданно стойкие, учитывая, что это туалетные воды, и по очень приемлемым ценам они стойкие, у них очень интересный состав, то есть они не пахнут дешевкой. Хотя вот в принципе в Oriflame нет таких ароматов, которые там дешево бы пахли. Даже самые доступные в пределах 300 рублей, они все равно будут как-то, ну, очень приятны, очень. Так, что у нас здесь? Спреи парфюмированные, тоже
интересный вариант для мужчин. Ох, какой большой выбор! И все со скидками. Кстати, мне очень нравится Экла Луи. Очень. Люи, Экла Люи, Excite Force, обалденный аромат. А Миша у меня сейчас пользуется Be the Wild Legend. А я просто его называю легенда, серебристая легенда, не знаю почему. Очень вкусный аромат, он такой приятный, сексуальный, супер. Для мужчин прекрасные варианты ухода. Здесь у нас пена для бритья, гель после бритья, да, парочка. Кстати, хорошие подарки для мужчин. Классный дизайн, такой стильный. Мне вот нравятся вот эти вот осколки, такие вот как ледяные, да, такие, что-то интересное. Дезодорант и мыло, все нужно. Но я хочу обратить ваше внимание на мочалку, которая здесь спряталась в уголочке. Миша сказал, это лучшая мочалка, которую я пробовал в своей жизни. Я тоже ей пользуюсь сейчас каждый день. Мне она очень нравится. Такой классный пилинг идет. Она вот все-все-все достает, потому что она длинная. И у нее есть там специальный отсек, куда можно положить кусочек мыла. То есть вы сразу третесь и мыло добавляете, если оно нужно. Для ухода за лицом Novage. Опять же, смотрите по финансам. У нас есть для мужчин еще серия более доступная, чем Novage. Но ухаживать мужчина за собой все же должен. Пусть даже не каждый день он будет делать уход, но желательно каждый день, чтобы был результат. Но все равно нужно ухаживать. Многие спрашивают, как отрастить длинные волосы? Так вот, пожалуйста, есть специальные витамины для волос. Они прям вот целевые для волос и ногтей. Вот такие вот палеточки здесь. Много витаминок, рекомендуется 2 штучки в день выпивать. Все витамины пьются или во время еды, или после еды сразу. Вот 2 штучки в день, пожалуйста, у вас будут укрепляться волосы, они будут лучше расти, будут крепкие, красивые. Вот мы постоянно пьем курсами, берем, пьем, потом прерываемся, потом опять пьем. То есть там рекомендуется 2 раза в год делать курс. И мы делаем весной, например, и осенью, так вот, чтобы на переходных моментах, когда особенно тяжело организму. Посмотрите, вот как вы думаете, почему этим продуктам посвятили целые развороты? Ну, я думаю, вы догадались, что это самые, наверное, необычные продукты в Oriflame, и таких продуктов не купить нигде. Да, то есть нет аналогов просто-напросто. А если вы сомневаетесь в чем-то, да, то, конечно, садитесь, изучайте сайт, изучайте вообще вот все, что касается астаксантина, читайте, из чего его делают, из чего могут делать, да, то есть что-то под астаксантином могут выдавать что-то. Там не то, что нужно. Но это очень нужный организму продукт. Тоже у нас он всегда есть в рационе. Но мы стараемся брать вот такие вот упаковки Wellness Pack. Он все сразу включает один пакетик, суточная норма, 2 омеги, 1 астаксантин и 1 витаминка. То есть можно все по отдельности брать, потому что у кого-то бывает реакция на рыбий жир. Да, некоторые витамины люди, может быть, да, нельзя, просто нельзя по здоровью. Тогда можно взять вот по отдельности в баночках то, что нужно, то, что вкусно. Так, очищающий специальный аппарат Skin Pro Sonic, который у нас вообще стал такой вот модный и красивый, то есть из-за того, что появились дополнительные насадки. Раньше он был без насадок, маской капнули. Вот, так выглядит, надеюсь, вам видно. Ага, вот такой аппаратик. Кнопочкой мы его включаем. И здесь нет вращения, есть вибрация. И насадки сменные. Очень легко поменять. Я, кстати, брала этот аппарат со скидкой 50%. То есть это скрабирование, силиконовая насадка, а это массажная. Со скидкой 50%, если вы участник премьер-клуба, то это, конечно, будет супер для себя подарок, потому что это дополнительный, очень мощный, глубокий уход за кожей лица. Я особенно люблю вот эту массажную насадку, потому что когда наносишь крем, ночью в основном я это делаю, на ночь, то это такой релакс, кожи прям расслабляется, все, что за день произошло, вот все отпускается, расслабление, засыпаешь как ребенок, вообще такой сладкий, классный сон. Так, а сейчас у нас идет уход за кожей Novage, антивозрастной, и я вам только скажу, что тоже изучать нужно. Я вам хочу сказать, что эффект
будет, если вы возьмете весь комплекс. Вот нет такого, что вы взяли, например, один крем какой-то там дневной, например, и у вас будет заявленный результат. Если вы хотите, чтобы вот именно там было там, на 49% улучшилось тонус кожи, исчезли морщинки, то это только в целиком в комплексе. По одному продукты не дадут результата. Поэтому, когда идут отдельные продукты, это просто для того, чтобы восполнить серию, потому что, например, крем для глаз быстро заканчивается, дневной крем быстренько, да, сыворотка. И поэтому компания делает периодически нам такие продукты, которые можно купить подешевле. Возьмите набор пробников. 55 рублей, ой, беру все. 5 штук, представляете, то здесь весь комплекс, вы берете вот такой упаковки и дарите клиентам, чтобы они пробовали, потому что только попробовав, люди принимают решение, что да, это круто, потому что результат видно сразу. Если вы подарите один пакетик, человек не увидит такого результата, лучше вот целиком весь набор. Ой, я прям наберу их много-много. Так, здесь у нас маски тканевые, обалденные маски просто. Мне очень понравилось гидрофильное масло. Ну, я вам что хочу сказать. Многие пользуются им для снятия макияжа с глаз. Мне вообще не понравилось. То есть снимает хорошо, но на глазах некомфортно. Мне вообще некомфортно. Поэтому я только очищаю кожу лица, глазки не хочу даже, не буду это делать. И если только им одним очищать все время, то возможно появление прыщиков, потому что все-таки маслица, оно хоть и прекрасно смывается, не жирнит, но все равно, вот, по крайней мере, я, пропользовавшись недели полторы, радостно отставила гель, тоник, начала пользоваться маслом и чувствую, что немножко хочется очищать. И я стала их либо вместе использовать, то есть сначала маслом смываю, потом гель-тоником, либо я их чередую, например, сегодня маслом умылась, завтра гель-тоником, вот тогда все прекрасно. Масло, конечно, огонь просто. Спонж коньяку — прекрасный спонж, он прослужит вам ну год, наверное, точно. Кто-то говорит, он такой дорогой у вас. Девчонки сравнивали, брали, по-моему, в фикс-прайсе дешевые вот эти спонжики, но они у них за месяц разлетались вдрызг просто, ну и нет такого кайфа. Этот же я брала год, я им спокойно пользовалась, ему ничего не делается, он просто чуть-чуть усох, как бы, ну, стал поменьше такой, я его просто выкинула. Вот так, здесь это я не пробовала, поэтому не знаю, что вам сказать. Вот этот крем у меня берет часто подруга. Кстати, ей надо сказать, что он будет со скидкой, потому что у него SPF 50, а ей вообще нельзя солнце. И вот она его у меня брала вот в прошлом году. Два тюбика использовала она за лето. Здесь 30 миллилитров, да, когда активное солнце. Вот, она его очень хвалит. Я не брала, не знаю, даже не могу вам ничего сказать. Так, это у нас серия Эко Бьюти на 95% натуральная. Так, капсулы. Вот. Сейчас, кстати, стала ими пользоваться. Что-то купила, открыла и бросила. Давайте достану одну рыбку. Такие вот рыбки с хвостиками, фиолетовые, очень красивые, конечно. Нужно хвостик оторвать, маслице полностью выдавить себе на лицо и шею. И вбить пальчиками. Маслице распределить и вбить пальчиками. Ну, кайф, конечно, необыкновенный. Личико получает дополнительные масла, а масла, как вы знаете, они очень здорово помогают коже вот напитаться, чтобы убрать обезвоженность. Ну и у него очень богатый состав, тут черный ирис, эликсир, он укрепляет каркас кожи, тонизирует, увлажняет, эластичность повышает, ну, балдеж. Так, далее, две маски. Одна маска у нас новинка, она только появилась на 7-м каталоге, это маска с глиной. Она зелененькая, вот такая масочка. Я еще не попробовала, только ее получила вчера. Буду пробовать. Завтра, скорее всего, попробую, запишу видео. Так что, если будет интересно, на канале у меня найдете такое видео с этой маской. И есть маска увлажняющая. Пока не буду открывать, потому что это прям новенькая. У меня сейчас так много масок открыто. Новая масочка. Это с ягодами.
То есть здесь, ну, ягодные выжимки все, тут даже на лесные ягоды, то есть антиоксиданты, увлажняет кожу, борется с свободными радикалами. И у меня такая маска была, она прям классная, обалденная. Ну, не очень удобно то, что в банках. Я просто люблю все в тюбиках, но вот когда банки, то ну что ж, будем из банок пользоваться. Но на самом деле в тюбиках все удобнее. Так, мицеллярная водичка. Это дружочек у нас всегда есть дома, но в основном им пользуется дочка, она им удаляет макияж. А девочке обязательно масло, эту мицеллярную воду нужно потом смывать водой обязательно, потому что мицелла, она вытаскивает, поднимает на поверхность грязь. То есть вы протираете кожу, грязь и спор поднялась, если вы водичкой не смыли, то она так и осталась. Поэтому обязательно нужно всех предупреждать, что ее нужно смывать водой, потому что многие не знают и не смывают водой, а потом сверху наносят крем. То есть это не есть хорошо. Многие спрашивают, какой скраб классный. Вот мне нравится скраб отшелушивающий серии Optimus. Он такой мягкий, нежный и хорошо отшелушивает. Ну, по крайней мере, мне, для моей кожи, он приятный. Там мелкие частички. Если у вас, например, кожа жирная, поры широкие, то, возможно, вам нужно, чтобы покрупнее были отшелушивающие частички. Но вот мне этот очень кайфовый. Бустеры. Часто спрашивают, а что делать с бустером? А почему они такие дешевые? Почему энергетический бустер 199 рублей? Что происходит? Что это? А эти по 419. Обращаю ваше внимание. Может быть, здесь опечатка, я не знаю. Но я обязательно тогда возьму, если он будет за такую цену. Я вам покажу сейчас. Я пользуюсь антиоксидантным бустером. Как они выглядят? То есть это такие маленькие флакончики с пипеткой. Кстати, то, что удобно, здесь пипетка классная вот такая. Вот. И нужно взять крем, нанести вот сюда на ладошку крема, как вы обычно сколько берете, две капельки бустера, пальчиком смешать, ручки, естественно, чистенькие должны быть, и потом аккуратненько на лицо перенести вот такими вот движениями. Крем с бустером смешанный, крем лучше впитывается, и бустер помогает устранить всякие неприятности на лице, усталость, недосып, то есть он как бы в кожу включает ее, такую делает ее прям свежее. Ну вот что я хочу сказать про серию Optimals. У меня на канале много, кстати, видеороликов есть прям по типам кожи. Какой уход подобрать? К сухой, к чувствительной, комбинированной, к жирной. Поищите, у меня вот есть плейлисты, и посмотрите, потому что я там все-все-все подробненько рассказываю про эти серии. Потому что это же долгий разговор, не на 5 секунд. Да, сейчас мы просто делаем такой обзор. Очень вкусная серия с абрикосом и апельсином. Кому-то я ее заказывала, то есть я ее нюхала, но себе не взяла, потому что, ну, как бы нет необходимости. Так, это серия Pure Skin для молодой проблемной кожи. То есть если у молодежи начинается вот этот переходный возраст, появляются прыщики, то вот эта серия поможет мягко пройти этот период, да, чтобы они не были такими агрессивными, активными, а может быть, и совсем их не будет. То есть, да, это все очень индивидуально. Кстати, уходит бальзамчик интенсивный, разглаживающий, королевский бархат. А мне он очень нравится. Очень жалко, что он уходит у нас. Новинка для бэбиков, для наших малышей. Смотрите, выходит детский шампунь для волос и тела. 200 мл с дозатором. Прикольный дизайн. Выходит детский многофункциональный бальзам, и можно мазать личико, то есть нежную детскую кожицу, все тело и так далее. 75 мл. Будет у нас новинка — детское масло для кожи. Я знаю, что многие девушки любят маслом кожу увлажнять детским. 150 мл. И у нас идет акция. Смотрите, три любых продукта заказываете, указываете промокод вот этот специальный. Прям в этот же быстрый заказ вбиваете промокод и выигрываете один из 21 приза, если вам повезет, конечно. Будет сертификат на шопинг на 20 тысяч рублей, две пароварки блендер, ого, три радионяни с проектором звездного неба, 5 наборов детской посуды и 10 детских полотенец с капюшоном. Слушайте, ну здорово, что есть дополнительные акции. Ну кому-то же вот повезет. Будет очень здорово.
Так, для волос Hair X серия, которую я очень люблю и уважаю, но эта серия не всегда бывает людям понятна. Сейчас расскажу, в чем здесь фишка. Шампунь очень концентрированный, и если вы наносите его на волосы сразу прямо с флакона, то вы просто склеиваете волосы. Его нужно нанести на ладошку, взбить в пенку и пенку переносить на разные участки головы, то есть распределяя по голове, да, ближе к началу роста волос. Потом добавляете еще водички, все это вспениваете и легко смываете. То есть на мои волосы мне нужна прям чайная ложечка без бугра. То есть представьте, если у вас волосы короткие, то вам вообще там нужно прям вот горошинку. Поэтому люди как по привычке нальют целую горсть, намажут и не могут промыть волосы просто, и у них возникает ощущение, что волосы склеенные, грязные, тяжелые. Да, это профессиональная серия, она восстанавливает, значит, она будет питать волосы, она будет волос обволакивать, она будет его защищать, понимаете? Она, он, шампунь, он мой. Так, дальше, что я люблю? Вот сыворотку вам взяла показать. Сыворотка здесь у меня разглаживающая, а будет восстанавливающая. То есть вот такой же пузыречек. Я беру то одну, то другую. Смотрите, три капельки, прям три капельки нанесли на пальчики. Вот так вот растерли, чтобы она согрелась, сыворотка. И аккуратненько вот так вот прям вот снимаете на волосики. Не трете вот так, а аккуратненько вот так вот как бы волос продлеваете, вот этой сывороткой собираете все чешуйки, которые на волосе, вот такие вот, да, язычки, бывают волосы секутся, и тогда вы волос этот соберете в одно место, все будет красиво, гладко, и волосы будут себя очень хорошо чувствовать, кончики не будут там топорщиться, ершиться, будет им все очень хорошо и комфортно. Так, видно хорошо. Так, дальше, увлажняющий шампунь брала, нравится, для тонких волос не, вот взяла, еще не попробовала, давно пользовалась, ну не помню, ну мне кажется, мне все шампуни нравились, почему-то вот я отвергла для окрашенных волос, хотя я всегда волосы крашу, не помню, что-то мне в нем не пошло, но та была еще старая серия. Вот зато я очень люблю сухой шампунь. Сейчас я им реже пользуюсь, а почему-то вот зимой, наверное, когда холодно, лень голову мыть лишний раз. Я стараюсь мыть голову не каждые 3 дня, как сейчас, а 4 дня. И вот этот шампунь мне помогает продлевать чистоту волос на день. Но на следующий день после использования сухого шампуня обязательно нужно помыть голову. Открываем, встряхиваем хорошо, брызгаем на прикорневую зону с расстояния, да, там 15-20 сантиметров, потом руками взбиваем, расческой счесываем и опять встряхиваем волосы, и они становятся чистые и пышные, и при этом у него приятный аромат. Обязательно закажите себе инструмент для чистки расчесок, забыла вам его взять показать. Это такой маленький инструментик, грабельки, которые согребают с расчесок всю мелочевку, все до пылинки, все волосики собирают. Никогда у меня не получалось руками так очистить расческу до конца. По поводу щетки для распутывания, разные слухи ходят про эту щетку. Однозначно могу сказать, что она лучше, чем обычная массажка, в несколько раз. То есть я ей пользуюсь, мне она нравится. Краска для волос. Будете спрашивать, какую я пользуюсь? 9.0. Вот мой оттенок. Сама крашусь. Тоже на канале есть видео, как я использую эту краску. Мне она очень нравится. Мне нравится и оттенок. Седину закрашивает. Волосы увлажняет. Здесь в состав входит омега-3 и еще что-то мягенькое. Масло льна. Угу. Поэтому волосы после окрашивания не сухие, как обычно, да, а наоборот, они первые вот 2-3 помывки, они более какие-то гладкие, чем вот до окрашивания. Мне очень нравится. Смотрите, здесь крутое предложение. Шампунь, бальзам и маска для волос, уход, мед и молоко. Но
Имейте в виду, что эта серия, она подойдет для тех, у кого сухие волосы, ломкие, сухие. Если жирные волосы, то вам будет некомфортно, потому что этот набор, он питает, восстанавливает. Поэтому я его обожаю. Мне очень нравятся цены, какие в этом каталоге. Я закажу обязательно. Элио, балдеж. Вот буквально сегодня девушка написала отзыв, что она сначала не оценила этот шампунь. И да, в основном шампунь всегда сложности вызывает. А потом то ли она видео мое посмотрела, не помню, то ли где-то прочитала, и поняла, что она берет очень много. И я рекомендую сначала первый раз помыть голову каким-то простым шампунем, можно вот такие вот шампуни брать, серии Love Nature, вот так, в таких упаковочках шампуни, они подешевле, и они хорошо очищают. Первый раз вы моете, смывается вся грязь, жир с волос, а второй раз вы делаете питание, или серия Hair X что-то берете для вашего типа волос, или Элио. Вот тогда будет классно. И та же самая история. Взбили в ладошки, перенесли на волосы, помассировали, с водички добавили, смыли. Все будет кайфово. Он пахнет нереально вкусно. И вот такая же баночка маски. Но маски мне мало. Я считаю, что это очень дорого. По крайней мере, ну, сравниваю с другими масками. Вот с той же медовой. 299 рублей 250 миллилитров, а здесь 125 миллилитров. То есть это просто золотая маска. Но я не скажу, что у меня от этой маски волосы как у Рапунцель стали. Нет, ну, нормальная маска, нормальная обычная маска, нет такого, что волшебство. Например, маска, которую вкладывают в краску для волос, там такой пакетик, она просто бомбическая, вот нереально крутая маска. А это просто нормальная маска. Вот честно, я не знаю, почему это так дорого стоит. Может быть, здесь я недооценила. Ну, вы мне напишите в отзывах, в комментариях, что вы здесь вот прочувствовали в этих средствах, то, чего не услышала я. Серия спа. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот мусс у меня прям только закончился недавно. Я хочу сказать, что это чудо. Вот это чудо муссы, которое делает Oriflame. Это чудо. Я обожаю наш сливовый мусс тоже в этом дизайне. Этот на нас произвел просто неизгладимое впечатление. Это упругая, густая, душистая пена, которая просто переносит в салон спа-ухода моментально. Это такой кайф. Ну и также здесь интересный продукт, это пенящееся масло для душа. Но опять же, если у вас кожа жирная, то вы будете плеваться, потому что оно, ну, это масло. Вот наносишь на мокрую кожу масло, и вот так начинаешь делать, и оно становится беленьким. Нету пенки, просто беленьким становится, но оно же все равно жирненькое. Это как гидрофильное масло, вот похоже по эффекту. Нанесла, смыла, и просто кожа уже сразу мягкая. Но вот такой чистоты, прям вау, что кожа скрипит, этого не будет, 100%. Ну, я пользуюсь, мне нравится, но не всегда. Вот зимой я им с удовольствием пользовалась, а сейчас что-то отставила в сторону и пользуюсь вот этим вот гелем, я не могу от него оторваться, какой он вкуснющий просто. Так, что еще? Ну, мыло здесь бесподобное, мыло просто бесподобное. Единственное, что вот для меня, например, некоторые водоросли, здесь же натуральные водоросли, они меня царапают. То есть у меня настолько нежная, тонкая кожа, ну вот вы сами видите, да, она прям прозрачная. И для меня это как бы острые ощущения такие. Так, интим. Поговорим об интиме. Да, есть ли у вас интим в жизни? Да, вот забрызганный флакон принесла прям из душа, вытащила. Гель для интимной гигиены. Это для того, чтобы мыться. Да, разницу чувствуете? У нас просто был такой прикол. Женщина одна говорит, классный, классный гель, но так пенится во время этих дел. То есть она подумала, что это лубрикант. То есть написано гель для интимной гигиены. И она не поняла, что его надо смывать, а использовала его не по назначению. Мне очень нравятся гели. Я попробовала пока что розовый и голубенький. Следующий я открою зелененький, чтобы знать, что о нем говорить. Ну вот из розово-голубого у меня сейчас фаворит голубой почему-то, да, не знаю почему, он мне больше понравился.
Так, ну здесь дезодоранты в геле. Вот, кстати, часто люди просят что-то, да, подешевле. Да, пожалуйста, вы найдете где-то гель в магазине 250 миллилитров густой, не вода водой, он прям густой, крутой гель с чудесным ароматом насыщенным. Еще и кусочек мыла так вдобавок. Смотрите, как красиво. Чудесный подарочек. Маленький, классный подарочек, который вам выйдет в 100 рублей, да, примерно, если вы со скидкой возьмете, ну там около 100 рублей. Супер. Ну где найти дешевле, я не представляю. Но зато как это приятно. Просто если вы хотите сделать кому-то, да, ну, сюрприз какой-то, просто отблагодарить. Не покупайте шоколадку, подарите гели мыло в пакетике, ну это же круто. Если у вас клиенты сделали заказ там на 1000 рублей, вложите в подарок гель для душа. Большой флакон, будут пользоваться 2-3 месяца и каждый раз будут вас вспоминать добрым словом и говорить: ну надо же, какие классные продукты. Потом будут у вас все заказывать. Пружинка. Ой, слушайте, я ее вчера получила, я ее и так, и сяк. Слушайте, ну вот просто вот так сжимаем, вот так покажу. Так вот крутим, сжимаем, и она выдирает волосики. На лице пушок я выдрала с одной стороны. Очень больно, очень. Так надо отсюда. Ну вот видите, выдергивает. Очень больно. Может, я неправильно делаю, пока надо разобраться. Вот так. Ага. Видно? А то я убрала руку в сторону. Вот, я все почистила, всю руку, но чуть-чуть осталось. Но пушок, вот это тут, конечно, волосики более такие жесткие. Пушок удалился с щечки моментально. Это так здорово вообще, ну больновато. Я пробовала вот в зоне над верхней губой, и я не смогла тут пушочек этот убрать, потому что очень больно. Настолько там низкий болевой порог у меня, еще она так больно это щипет, нереально просто. Антицеллюлитные серии. Вот могу сказать, что классные, нравятся, но результат будет только при регулярном использовании. Только при регулярном. Кстати, очень люблю вот этот лосьон. Давно его я не видела со скидкой, а раньше я его брала. Заметный эффект, заметный. Вы знаете, у меня такой прикол был. Мы собирались куда-то ехать, по-моему, в Таиланд. А там же пляж, все, здесь зима, а там-то о-о-о. И я Мише говорю: Миша, у меня есть целлюлит? Он посмотрел такой, говорит: нету. Я на всякий случай достала вот этот вот Optimals гель и стала делать. Неделя проходит, я говорю: Миша, посмотри, как у меня. Он такой: о, слушай, классно. Я говорю: ты же говорил, у меня нет целлюлита. Он какой: нет, он был, но его теперь не так видно. Я сама видела эффект, потому что целлюлит у меня есть, несмотря на то, что я худая, вроде бы, да, все равно он есть, потому что это зависит не от того, что полный человек или худой, а просто от того, что ты, если сидишь, вот я как дома села работать за компьютер, то есть ходить стало меньше, все, сразу попер целлюлит. Тут у нас шикарные крема для рук, шикарные, я их обожаю. У меня сейчас открыт алоэ вера, вот этот я использую, и вот такой нежность, питательная. Они, правда, без скидок. Периодически беру то один, то другой, то третий, то этот. Все обожаю, все очень классные. А вот серия новенькая, вот я вам взяла показать. Вчера тоже только получила. Вот, кстати, она с охлаждающим эффектом. Давайте я намажу руку. Я вчера чуть-чуть помазала. Я не заметила, что мне стало прям холодно от него. Сейчас вот мажу. По поводу скраба, я его когда открыла пакетик, смотрю, вот внутри он просто как гель такой, прозрачный гель, и кое-где мелкие частички отшелушиваешь, ну прям мало. И я подумала, что он будет плохо пеленговать кожу, плохо ее отшелушивать, а оказалось на деле, что когда начинаешь вот наносить, ой, как пахнет, когда начинаешь его наносить, он, во-первых, становится такого беленького цвета, и вот такой эффект, как будто вот соды, как трешь кожу, то есть такая, или мелкой солью, то и вот она не тает и очень хорошо пеленгует, обалденно просто, такой пилинг клевый. Вот сейчас посмотрю, будет холод или нет. Надо почувствовать, сейчас тепло достаточно, поэтому посмотрите, какой роскошный дизайн. Пахнет вкусно. Многие писали, что в каталоге, когда потерли страничку, показалось, что химией какой-то воняет. Никакой химии.
Такой классный аромат, тут прям аж слюни текут. Ну, очень красиво. Я не устояла, хотя мне это все не нужно, и лосьонов полно, но я просто не устояла. Как можно против такого дизайна устоять? А это шикарные подарки. Я один себе взяла на пробу, и три в подарок клиентам, кто мне заказ сделал. Я им теперь брошу вот эти пакетики в подарок. Представляете, как будет круто? Они будут купаться и балдеть. И потом закажут. Однозначно закажут. Цена огонь. Так, что здесь? Крема для ног. Смотрите, они все разные. С разными эффектами. Питание освежает, охлаждает. Охлаждающий на ночь не надо, питание на ночь, эти утром, чтобы ножки были в прохладе. А дезодоранты, вот мой любимый манго, вы знаете, вот зеленое яблоко и мята, я не стала заказывать новинку, потому что я влюбилась в манго, и у меня вот этот скоро закончится, и три новых флакона, и есть еще два мятных. Я поэтому не стала его пробовать, но я думаю, тоже будет классный аромат. Но манго — это что-то просто нереально вкусное. Что я вам его рекламирую? Он без скидки, я только сейчас увидела. Извините. Но дезодоранты нужны, они классно охлаждают, освежают ноги. У кого особенно варикоз, это палочка-выручалочка просто. Очень классные новые аксессуары. Оригинальный шарфик вот с этими пумпошками маленькими. Такая красивая тропическая расцветка. Новая сумочка. Меня прям все это так вдохновляет. Вообще нереально. Я себе заказала сумочку на пояс. Я не устояла просто. Как... Это просто необходимый аксессуар, чтобы были свободные руки. Например, в летней одежде зачастую нет карманов. Куда телефон? С собой специальную сумку какую-то на плечо. Я решила, что я лучше вот на пояс одену. Вот это очень удобная магнитная застежка. Она легкая-легкая. Нет, она не вместительная, она не огромная. Видите, здесь прям телефон, карточка, помада, зеркальце. Пудреница, например. И вот этот ремень, он вынимается. Его можно носить как отдельный ремень. Если вам нужно там брючки какие-то, юбочку, сарафанчик поддеть. То есть красивый бежевый оттенок. Но это прям вот гладкая кожзам. Гладкий кожзам, никакого даже намека, что это кожа там, да, что мы будем думать, ой, это, наверное, дорогая кожаная вещь. Нет, это понятно, что это не кожа, но это здорово сделано, этот кант персиковый, качественная, хорошая, нужная штучка. Поэтому рекомендую, девчонки, если еще есть на складе, берите. 2-3 года вот на сезон, на 3 сезона точно хватит, надоест еще. Ну и не жалко, всего 999 рублей со скидкой 800. Обалденный шарф, вот этот платок, вернее, обалденный. Но не в плане, я его рассматриваю как платок, я его рассматриваю как картину. И вот я думаю, и будет ли у меня место, куда повесить эту картину? Я бы с удовольствием бы взяла в раму, да, отдать прям вот в мастерскую, чтобы сделали раму под стекло. Это что-то нереально красивое, просто восторг. Но это я просто люблю такие вот напевы. Бижутерия, конечно, симпатичная, очень ракушечки мне понравились, прям супер, сколько всего, я прям еле-еле себя держу в руках. Мне очень нравится сумка из-за ее цвета, такой нежный лимончик, прям прелесть, шикарная плетеночка, вот именно ее в комплекте надо брать, и недорого, нормальные цены. То есть, ну, как бы есть аксессуары, которые вот сумка, например, 2000, вау. За 800 рублей сумку, на сезон, на два ее хватит. Но я в прошлом году себе плетеночку брала, тоже таблетку. Обалденная, я ее все лето таскала. Так, тушь. Не пробовала, ничего не знаю про нее. Тональная основа Giordani Gold. Шикарные, роскошные. Чем они отличаются? Ну, смотрите. Первое, это стойкая, то есть для лета, для более жирной кожи. Вторая — антивозрастная, то есть в ней больше ухода, больше мягкости, да, эластичности. Здесь SPF 15, здесь SPF 8. Здесь 5 оттенков, здесь 4. Обе классные. Я помню, когда у нас еще не было такого разнообразия тонов, я брала то это, то другое. Мне они обе нравились. Я не могу сказать, что я прям вижу бешеные отличия. Обалденные обе, но как-то вот, не знаю, минеральная меня больше, как бы к ней больше интереса.
Ой, расхвалю вам сейчас вот эту пудру. На нее скидки не было миллион лет. Я себе взяла ее без скидки. Лежит, ждет своего звездного часа, чтобы я ее открыла. Ну как это так вот? А теперь на нее скидка. Это лучшая пудра в жизни, которую я пробовала. Кремовые румяна в стике. Наконец мы дошли до моего любимого раздела, когда мы будем, да, тестировать косметику. Смотрите, что это. Это такой толстячок. Вот я весь прошлый сезон пользовалась. И даже зимой периодически. Смотрите, какой цвет. Вы посмотрите, это просто огонь. Я использую как тени, но если оставить их одни, то они свернутся. Я беру из теней Рэйфел золотистый, там розовое золото есть цвет, и я сверху фиксирую, получается стойкость, и сохраняется вот этот вот необычный перелив, такой шиммер вообще, что-то здесь нереально крутое. Чуть-чуть на губы, но сворачивается. Поэтому я как стала делать? Я крашу губы какой-то светлой помадой, а сверху уже вот так вот легкими прикосновениями на помаде оставляю вот этот оттенок, перелив. Крашу румяна. И получается, когда вот на глазках, на щечках, на губках, вот по чуть-чуть всего этого, это нереально красиво. Особенно если есть загар, легкий загар, и это все просто вот прям супер праздник. Также это чудесная база под сухие тени. То есть вы красите это как основа, и потом работаете сверху сухими тенями, все фиксируется, все будет долго держаться. Это, конечно, просто фантастика какая-то, а не стик. Так, далее, о чем еще хочу с вами поговорить. Покажу Giordani контурный карандаш для губ. Он двухсторонний. С одной стороны кисть, а с другой стороны карандаш. Вот красный очень крутой. Другие не взяла, мне другие не понравились. Оттенок бледный и очень плохо рисует. Если красный, вот этот мак, он сам рисует, и можно прям все губы заштриховать. Он у меня, кстати, уже долгое время, я не знаю сколько ему, год, третий год, наверное. И он нескончаемый. Но я, конечно, не часто крашу красные губы, но он бесконечный какой-то. Даже, видите, колпачок откуда-то уже, не знаю, перепутанный. Но этот карандаш нереально классный, а другие два нет, не пошли. Так, помада. Вот кто меня видит с этой помадой, все сразу просят такую же. У меня уже есть клиент, который ждет скидки. Это что-то бесподобно дорого выглядит на губах. Смотрите, какой плотный, легкий цвет, такой мягкий. Помада называется «Королевский янтарь». Вот она. И она на губах приятная. Ну, в принципе, к Giordani, к помадам вообще никаких нареканий нет. Они и по дизайну бесподобные, и по качеству, и по цене. Поэтому мы всегда ловим, когда на них большая скидка. Так, что здесь? Тоже тушь не пробую. Giordani мне туши не подходят, к сожалению, к моим ресничкам. Как бы я не хотела, но я их брать не могу. Давайте вкладыш посмотрим, что здесь интересненького. Бальзамчик рекомендую. Они прям цветные. Видите, цвет есть. Вот он легкий, но цвет на губах появляется. Пахнет вкусно, губки увлажняет. Хорошо, вот такой бодренький колпачок. Вот эта помада. Я взяла себе коралл. Очень здорово, что она выкручивается, это очень удобно. Вот сейчас летом буду ей пользоваться, потому что она такая прям летняя, красивая, на губах лежит. Я эту помаду купила по рекомендации своего консультанта. Она мне говорит: Лиля, но это не помада, это просто что-то с чем-то. И я заказала ее, потому что, ну, как бы этот цвет, подумала, что он, ну, он действительно мне больше других подойдет, но он такой все-таки яркий, и я им только вот буду летом пользоваться. Так, что здесь? Быстренько посмотрю и на чем-то сконцентрирую внимание. Мне нравится, спрашиваю, Divine Royale. Восточный, но он не жесткий восток, не такой, что прям вот как ассоциация у меня с восточным, что это что-то тяжелое. Нет, это легкий, очень классный аромат. Особенно мне нравятся уходовые продукты, просто обалденные по дизайну, очень красивые по аромату. Аромат My Little Garden. Девчонки, он такой необычный. Я дочке такой брала. Очень классный аромат. Легкий прям, девичий.
роскошная серия на этом развороте, вот все мне здесь нравится, но у меня есть только вот такой платок, хотела вам показать, но не нашла. Он круглый, это круглое парео, настолько необычная расцветка, бесподобная печать, вот это вот все пропечатано очень красиво, рекомендую. А сейчас я хочу такую сумочку, представляете, я познакомилась с девочкой, она теперь мой консультант, Сашенька, и она навстречу пришла вот с этой сумкой. И когда мы договаривались встретиться, она мне говорит: вы меня узнаете, у меня будет сумка Oriflame, торбочка с двухсторонним ремешком. Я такая: что за торба? Конечно, я когда увидела, я чуть в обморок не упала, потому что я эту сумку в оригинале не видела, нам ее не привозили в бизнес-центр, и я не знала, насколько она классная. Я влюбилась и думаю: боже, какая же я балда, как я могла ее не заказать. И тут я вижу, что она в будущем каталоге со скидкой, я ее обязательно возьму. Вот пусть моя жадность лопнет, ну ее, даже не буду спрашивать разрешения, беру, все, жадность пока, буду брать. Пусть у меня этих сумок миллион до неба, все равно куплю, потому что она роскошная. Кстати, вот эти мне понравились украшения, такие веселенькие, особенно сережки, легкие, веселые, серебристые. Слушайте, тут можно долго рассматривать, конечно, все до бесконечности. Скатерть, покажу вам скатерть. Я ее купила на Новый год, вот. А Новый год мы не отмечали дома, и оно мне новое осталось, представляете? Мы думали, дома будем, а в последний момент все переиграли и ушли в гости. Но она мне очень нравится. Я думаю, что такая скатерть, она не только на Новый год, понимаете? Да, она такая вот просто нарядная, какая-то самобытная, вот этот вот красный с белым цвет, он не обязательно новогодний. Поэтому сейчас мы, когда установим кухню, я буду просто стелить эту скатерть на наши семейные обеды. Это очень классно. Она по качеству мне очень нравится, размер у нее большой, хорошая. Вот она серия On Color. Вот единственное, что вот из этого я вам ничего показать не могу, нет у меня. Но я все пробовала в бизнес-центре. У меня есть на канале записи роликов. Открывайте, прям ищите вот эту серию, вбивайте название, и там будет все, что я потестировала. Вы все посмотрите. Новинка. Я возьму себе вот этот, наверное, лак розовый латте плюс гель всего за 349 рублей. Еще хочу золотой. Вот два цвета мне прям нравятся, вот такой люблю нейтральный и обожаю золотой, видите, я часто золотым лаком, но вот этот точно сразу возьму на пробу, попробую, сколько носится, потому что здесь написано, что там что-то до 11 дней, да, вот он, что он быстро сохнет, не нужно лампы специальные, но это же вообще круто! Потому что у меня лак очень быстро, даже ногти короткие, но стоит повозиться. Вот видите, у меня сейчас ремонт идет, и я часто в воде, вот даже сейчас с коротких ногтей, быстренько кончики облетели. Жаль, но будем пробовать. Роскошная пилка для ногтей. Берите смело, не стесняйтесь. Также для ногтей покажу свои любимые средства. Вот это любимое, вот оно. Укрепляющая, его всегда беру как база под лак и как отдельное просто средство, чтобы ходить вот с нарядными ногтями. А вот это средство, не могу сказать, что любимое, вообще не любимое, очень редко им пользуюсь, а это корректор для лака, то есть, например, вот кончики сейчас облезли, сверху подкрасить и этим корректором раз, потом горизонтально поперек и еще раз вертикально, то есть три движения, раз, два, три, вот. Но я про него все время забываю. Я им пользовалась реально два раза, оно меня спасло, но нет, не могу сказать, что оно мне прям так необходимо, я его так рекомендую, нет. Так, что здесь еще, смотрим. Я оценила наконец-то спонжи для макияжа, и я теперь думаю, что все-таки ими лучше наносить тон, чем кистями. Кремовый хайлайтер. Я вот думаю, зачем нам кремовый теперь нужен, вот этот хайлайтер, когда у нас появился новый жидкий. Я вам сейчас покажу кремовый. Вот смотрите, это прям крем кремовый. В прошлом году покупала. Конечно, он красавчик, вот то, что он с розовым отливом такой вот. А сейчас покажу новенький. Вот скажите мне, какой бы вы взяли? Вот он. Во-первых, почувствуй разницу, да, какой этот красавчик. Потом мы его открываем, тут пипеточка, капельку, раз, он как водичка прям, смотрите, раз, жиденький, и остается
Только блеск. И самое интересное, что я вот на солнышке смотрю на свою кожу, а эти все вот блестюшки, они такие переливаются такими разными цветами, шикарные. А этот, видите, дает розовый отлив. Только стерла все, не успела намазать, уже стерла. Ну, то есть я, конечно, выбираю вот эту вот новинку, мне это больше нравится. Ой, прикольно. Вот он. Раз жиденький, нанесли капельку. И все, супер. Кайф. Ну надо же, я так рада, что у нас все время какие-то новые продукты придумывают. Так, что еще? Пудра. Вот я сейчас пользуюсь именно вот этой пудрой. Вот она, моя пудра 306-13. Вот ее код. Где тут вот? Вот она какая. И цвет мне нравится, и кистью я ее легко набираю, она прям хорошо так все личико делает ровненьким. Профессиональная серия The One, отличная пудра. Дизайн отвратительный, просто прям ужас какой-то. Вот эти все коробочки, я удивляюсь, почему нам делают такие страшные коробки. Смотрите, как приятно взять в руки баночку, да, какую-то, или что для примера показать. Ну, ту же Джордани. Ну, тоже это не такая коробочка. И вот это. Ну, почему такой кошмар? Зато продукты сами по себе. Вот начинка шикарная. Вот смотрите, палетка, специальная палетка для контуринга. Вот этот у нас бронзер, хайлайтер, который у меня прям закончился практически. Тоже приятный розовый такой цвет. И румяна. Видите, у него цвет не розовый детский, да, какой-то смешной, а прям хороший, приятный, розовый. А я их еще беру кисточку, так все вместе набираю сразу. И получается что-то среднее, очень красивый оттенок на щечках. Очень красивый, прям мне нравится. А здесь подсказочка, куда что нужно наносить, чтобы не ошибиться. Вот это я буду перезаказывать однозначно. Вот он у меня уже заканчивается, практически чуть-чуть осталось. И сразу возьму новый, потому что это стал любимый продукт. Еще бы коробочку бы ему соответствующую, да, подороже, покрасивее было бы круто. Очень люблю эту кисть. Я ее сейчас, она у меня мокрая, постирала кисти. Очень люблю. Тон. Вот я сейчас пользуюсь этим тоном. Aqua Boost. Мне нравится. Он офигенно классный. Ой, смотрите, выдернула волосики. Сейчас будем перекрывать. Он тонкий, легкий, кожа становится как будто подсвеченная, такая юная, молодая, увлажненная. Вот смотрите, нанесла, все, красноты нет, перекрыла, зато сразу видим эффект от тона. Поэтому, девчонки, цена копейки, цвета классные, то есть все цвета хорошенькие. Я вам сейчас показала цвет, где код 33157. Теплый бежевый, вот он какой, видите? Он сейчас еще посветлеет и вообще сольется с кожей. То есть у меня на лице он, ну, не выделяется таким прям, что он отличался бы от шеи. Очень нравится. Так, тон стойкий. Не нашла, где он у меня сейчас. Я его отложила, достала этот, чтобы использовать, и уже, чтобы он закончился. У меня просто такая привычка, я сразу открываю все новинки, постоянно выходит новое, я открываю это, не успеваю закончить. Сейчас я стала более как бы стараться навести порядок и заканчиваю какие-то продукты, чтобы освобождать место для новых. Вот хайлайтер я вам уже показала. Про этот тон что могу сказать? Да, он неплохой, прям неплохой, хороший. Он подстраивается под состояние кожи и под ее цвет немножечко, да, то есть он подстраивается. И он стойкий, действительно. Что еще могу сказать? Плотненький, то есть он хорошо перекрывает все. Но у меня к нему претензий вообще нет. То есть отличный, классный тон. Не знаю, мне кажется, в Oriflame вообще тоналки очень хорошие. У меня нет такого, чтобы я сказала, фу, этот тон там бе, не нравится. Такого нет. Блески, блески. Вот мне они нравятся. У меня два. Давайте пристреляемся, какой мой. Вот этот сияющий розовый и глянцевый бежевый. Сейчас я вам их покажу. Что про эти блески? Обожаю эти блески. Просто вот тут покажу.
Вот он весь переливается. Но если здесь написано, что они стойкие, я этого не вижу в них стойкости. Обычные блески, красивые, классные блески. Какая липкость? Есть липкость. То есть пишет не липкие, стойкие. Где-то тут не липкая текстура. Нет, все липнет, не стойкая. Хотя девчонки в комментариях писали: ты что, не стойкие? Ну я не знаю, может быть, я по-другому думаю о блесках, как они должны быть, стойкие или нет, но я их просто обожаю. Вот реально красавчики, прям супер. Рекомендую, девчонки, да и пусть они чуть-чуть липкие, пусть чуть-чуть не стойкие. Вот видите, он же прилип, вот липкость-то есть, вот я чувствую. Оп-оп-оп, чпок-чпок. Так, сейчас я салфеточкой вытру пальчики. Карандаши для губ шикарные, просто шикарные. Вот они выкручиваются. Смотрите, как они ложатся. Легкое прикосновение. Все, форма, тушевка, штриховка, все что угодно. Единственное, цвета. Очень сложно найти такой вот цвет, который мне, например, нужен. В этих карандашах его нет. Вы знаете, я пошла по магазинам искать себе подходящий оттенок. Я перепробовала кучу карандашей. Я даже один купила. Это такие какахи. Вот они на руках рисуют, на губах не рисуют вообще. Я даже пробовала в магазинах, стирала губы, красила на губах, брала с собой тон. Не рисуют, как бы я хотела. Может быть, очень дорогие там будут по-другому. Но из такого сегмента до 200 рублей ерунда. Вот эти карандаши, они нереально крутые. Просто вообще. Жалко, что цвета нету такого вот под такие помады, вот как я люблю, например, вот эта помада. Вот под нее нету цвета. Как раз покажу вам эту новинку ультракремовую. Ну как новинка, она уже давно у нас, но она плотная на губах. По сравнению с прошлой коллекцией, та была намного легче. Это плотная, у меня оттенок, по-моему, 8, 68 на конце. Давайте найдем, не помню, как называется. 67, видишь, розовое дерево, вот вторая, в первом ряду вторая, вот она тут намного светлее в каталоге, кажется, классный, на дневной макияж, очень хороший оттенок, она хорошо держится на губах, ну, суперская, а цветов сколько, а? Прям глаза разбегаются, ну, энергоблеск, понятно, это все сияет, это все как драгоценные губы просто в каменьях. А для бровей однозначно да, это моя, наверное, уже 75-я палетка, потому что я люблю, мне нравится эффект, какой на бровях получается. Вот два оттенка теней, темный и светлый, их можно друг с другом миксовать, а третий это воск, это просто воск, чтобы зафиксировать, и две кисточки в чемоданчике снизу прячутся. Роскошный наборчик, просто вот палочка-выручалочка. Любые брови приведет в порядок. А еще если вы к нему тушь для бровей добавите, то будет вообще кайф. Вот такой карандаш я не пробовала. Я не могу сказать, хороший он или нет. Брала у меня клиентка, она взяла сразу оба. Оба использовала, потом не перезаказывала. Не помню, и я с ней давно не встречалась. Я ей позвоню, скажу, что они со скидкой. Но она мне сказала, что они ей понравились. Сначала она не допоняла вот вторую сторону светлую, а потом говорит, я поняла, что нужно делать. То есть она светлой стороной подводила бровь и придавала четкую форму. Смотрите, как хайлайтер сияет, а? Ой, я не могу, какая прелесть. Так, и что, у нас уже почти все, мы заканчиваем. А, праймер для век однозначно крутой, вот он у меня есть, я пользуюсь под тени, то есть берем капельку, нанесли, куда нанесли, вот видите, он как тоналочка легкая, и сверху сразу тенями, тени фиксируются, тушуются хорошо, тушуются прям классно, тоналкой вы такого эффекта не добьетесь, то есть либо нужно какую-то основу под тени, как, например, вот я вам показывала стик, либо еще какие-то карандаши, как, например, вот это тоже можно как основу использовать. Вот он, красавчик. Вот, мне очень нравится. Это хрусталь. Я взяла хрусталь и не устояла, хотя он мне не нужен был. Я им пользуюсь, мне тоже нравится. Его можно использовать как базу под сухие.
или праймер. То есть я этим всем вот пользуюсь, периодически то одно, то другое беру. Вы слышали, что тушь с эффектом накладных ресниц убирают из каталога? Я в ужасе. Это роскошная, одна из моих любимых, она у меня на втором месте по любви к тушам. Но сейчас, может быть, и другая тушь займет это второе место. Шикарная тушь 5 в 1 XXL. Я вам покажу кисточку. Вот она, такая кисть. Вот такая удобнейшая. Это моя любимейшая тушь просто была всегда. Наверное, ей останется. И сейчас у нас появилась новая тушь-бомбочка. Сейчас скажу, как она. Tremendous. Tremendous. Вот это классная тушь. Пока не могу сказать на 100%, что все это моя любовь. Но вот я ей 2 дня сейчас пользуюсь. Вчера получила первый раз. С первого раза офигенные ресницы. Сегодня второй день, и я вижу, что она чуть-чуть подсохла. Видите, всякие эти вот фибры, как это правильно называется, волосики. Она прям, знаете, эта тушь как работает? Как будто, знаете, лапочками так раз реснички схватила и подвернула, загнула, утолстила, вытянула, уложила прям вот. Ну, кайфово же! Я не знаю, мне надо попользоваться ей вот, ну, хотя бы 2 недели, чтобы уже понять на 100%, что она, ну, действительно супер. Потому что сейчас первые 2 дня у меня просто вот, я и в эйфории. Во-первых, мне и упаковка нравится, вот это вот, потому что все уже надоело. А это что-то, да, такое необычное. И вот эта тушь, она тоже прикольная. Но здесь мне больше нравится кисточка, чем вот в розовой. Эта кисточка мне больше понравилась. С эффектом кошачьих глазок. И завершает обзор. А что я вам могу показать? Я все забыла собрать. Я покажу вам карандашики. Окей. Потому что эти 2 оставила наверху. 2 карандаша. Черный и шоколад коричневый. Давайте черный. То есть прям хороший черный насыщенный цвет. Карандаш стойкий. Ну, сейчас вот чуть-чуть подсохнет. Коричневый, прям хороший коричневый, темный, не в ржану, нормальный коричневый цвет. И он, если вы будете плакать, он не течет. Если вы будете смеяться до слез, он не течет. С ним можно сделать хороший, красивый смоки, да, вот так нанести его, потушевать хорошенько, потом добавить к стрелочке поближе. Это будет очень красивый макияж, стойкий, он вам прослужит весь день, несмотря на жару и так далее, и так далее. Такая вот я поросенок. По поводу маркеров и подводки, я выбираю всегда подводку, потому что у маркера очень толстая стрелка, я не люблю такие толстые стрелки. Я выбираю всегда потоньше. А вы, конечно, смотрите на свой вкус, что вам больше нравится, то и берите. Так, кажется, я вам все рассказала, все, что хотела. Может быть, что-то забыла. Задавайте вопросы в комментариях. Всегда люблю с вами общаться, отвечать на вопросы. Пишите ваши рекомендации, что вам нравится, например, что вам не нравится, чтобы, ну, как бы вот пошел диалог, общение, потому что вот бывает такое, что у нас не совпадает с вами то, что мне никак не нравится, а вы говорите: Лиля, ты что, это круто. Вот, кто дослушал до конца, вы просто герои, да, я вам медаль за просто стойкость вручаю. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что вы есть. Я вам желаю всем чудесного каталога, сбычи меч, счастья и крепкого-крепкого богатырского здоровья. До новых встреч! Если видео полезное, лайк поставьте, не забудьте только, и подписывайтесь на канал. А если вы хотите оформить дисконт, у вас, например, нет еще дисконта в Oriflame, то заполните заявку, она будет прямо в ссылочке под видео. Или напишите мне. Все, помогу вам все эти вопросы решить. Всего доброго, пока-пока!